Мария Пивоварова сдает кровь уже 9 лет. Искренне верит, что за эти годы ее кровь помогла многим людям. Не спасти мир, а просто сделать то, что я могу. А потом с моими друзьями случилась история, где группа переливания крови сыграла ему просто многочисленную роль в жизни человека. Падал гемоглобин и приходилось спасать. Ну, с тех пор я часто здесь. Я знаю, что это поможет. Программа лояльности стартовала 15 июня. Это институт привилегий, созданный для того, чтобы поощрять людей за вклад в банк крови. Проект призван не только привлекать доноров, но и социально ориентированный бизнес. Реализация программы лояльности, она подталкивает другую группу бизнеса, бизнесменов, которая позволит помогать донорскому движению, даже если не внутри себя, за счет своих коллективов, то тем людям, которые реализуют это, так сказать, из других коллективов, жителям наших регионов и всей страны. Программа повышения лояльности сегодня находится на старте, но уже через несколько месяцев бизнес-структуры присоединятся к проекту, и перечень бонусов для доноров расширится. Скидки и акции партнеров разместят на сайте и в мобильном приложении службы крови. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.